В Чебоксарах ГИБДД и Общественный совет МВД Чувашии всерьез взялись за проверку маршрутных такси на предмет безопасности. С января в радиоэфире на открытой гражданской частоте, используемой водителями столичных маршруток, транслируется аудиоролик, призывающий перевозчиков не нарушать ПДД и предупреждающий о проведении контрольных мероприятий. Одно из них состоялось накануне. Общественники проверили, как соблюдают правила дорожного движения водители маршруток. После анонсирования в радиоэфире экипажи ДПС, члены Общественного совета МВД и приглашенные на гражданских автомобилях приступили к наложению взысканий на нарушителей. Оборудованный средствами видеофиксации автомобиль следовал за маршрутными микроавтобусами на протяжении всего рейса. Были выборочно проконтролированы 32, 33 и 63 маршруты. Нарушения начались с первых минут, причем водителя 63 маршрутки не остановило даже то, что его предупредили о хвосте и просили ехать аккуратнее. По результатам рейда на водителей 32 маршрута было составлено 8 протоколов, 33-го маршрута 7, 18 нарушений выявили у водителей 63-го маршрута. Опасная манера езды привела к штрафам на круглую сумму. Работа по наведению порядка в сфере столичных перевозок будет продолжена.